Приветствую вас, дамы и господа, с вами Николай Партийный, это игра Warframe. Онлайновый шутер, который находится в открытом доступе, и приобрести его совершенно бесплатно может любой желающий на данный момент. Что, продолжаю свое делать видео, сегодня идет очередной новый апдейт 15.16, в котором мы, в принципе, будем проходить одну из наисложнейших миссий, на мой взгляд, которую немногие могут пройти начинающего ранга. То есть усложняется тем, то что конклав сильно урезаны до 500 конклав, то имеется, и непосредственно нужно иметь какое-то тяжелое вооружение ближайшего оружия. Это меч Грэм, Сцидна Прайм и Галатин меч. Значит, такие вот тяжелые оружия, которые можно использовать. Миссия под названием называется «Тактическая тревога. Феникс-перехват», где мы получаем награду, значит, стойку на тяжелое оружие. Непосредственно та же, непосредственно вторая идет миссия. Это эмблема Стратоса. Вот это наисложнейшая, наверное, миссия. Потому что первая миссия идет 4, нужно перехвата отстоять. Следующая уже 8. Нужно миссия отстоять перехвата. То есть крайне тяжело, потому что там находится на Церере миссия против гринировцев. В принципе, какая самая уж оптимальная у нас пати, да, это из 4 человек. Первый — это кандидат Рина, Локи Прайм и непосредственно Никс. Никс Прайм и непосредственно тоже еще один Рина. То есть два Рина, Никс и Локи. Локи обезоруживает, Никс делает хаос и, естественно, Рина всех уже там огуливает, тоже делает броню себе. Значит, покажу вам билд свой на Рина. Вот, в принципе, конклав мой, сами видите, 483. Значит, улучшение. И смотрите, что я поставил себе. Значит, омоложение, защитный рефлекс, живучесть, поток, обтекаемость, железная шрапнель. Значит, отличный мод. Моментальное мастерство, гнев, биоэнергия. Омоложение — это самое основное, то что нам нужно. Значит, в принципе, что касается Локи, тут все понятно. Локи улучшение много по-другому. Перенаправление, упрощенное мышление, поток прайм, телосложение, обтекаемость, живучесть, непрерывность прайм, то есть перенапряжение и непрерывность. Но можем вместо непрерывно справим поставить, если у кого находится этот как бы мод. Значит, в принципе, вместо телосложения, да, ставится мод другой. То есть это обезоруживающее обучение. То есть непосредственно ставится вместо телосложения. И все как бы получают радиоактивность, излучение, и после чего начинают враги друг с другом сражаться. То есть понятно, этот мод, в принципе, синдиката можно либо купить, либо получив в самом синдикате. То есть я просто вам рассказываю. У Никс там совсем по-другому. У Никс просто там все вкачивается по стандарту. Мимолетное мастерство, поток, непрерывность, то есть перенаправление, живучесть, растяжение, обтекаемость, упрощенное мышление, усиление. То есть вот такая вот система. Тут постоянно в хаос. Тут если упрощенного мышления нет, то можно поставить непрерывность прайм. То есть будет тоже неплохо.
То есть как-то так. Ну, тут все понятно. Значит, я буду играть за Рин, так как у меня достаточно много скилла на нем. Что могу сказать? Ну, в принципе, стойка отлично. Да, покажу, что мы получили. То есть, видите, 2-1. То есть, ну, оба пройдены. Значит, заходим в связь, входящий. Вот мы получили эмблему Стратос. Если честно, от нее толку немного. И такую вот стойку. Тактическая тревога выполнена. Перехват Феникса. Миссия выполнена, значит, успешно. Уважение, мы получаем такую стойку на тяжелое оружие. То есть, но нас сыт на праймеру еще раз не ставится. Ну, очень дорогая стойка, достаточно тяжело получить. Начало, в принципе, миссии у нас тут, в принципе, описывается. Кому интересно, можно почитать, просто нажав на паузу. Значит, все миссии я, народ, проходить не буду. Обязательно нужно сразу создавать пати с кем-нибудь, там, кого-нибудь товарища берите. То есть заранее, потому что попадаются очень много нубасов, соулпоков, которые бьют там 6-5 рангом, они думают, что они получат, но на самом деле они даже не могут удержать ни одной точки, а тупо их сливаются. То есть постоянно падают, их поднимаешь, и естественно время уже поджимает, потому что точки уже всегда захватывают. Я буду снимать, наверное, с пятой миссии, перехвата с пятого. То есть, когда мы уже будем проходить пятую волну непосредственно, потому что время будет слишком долго, а по мне это не очень интересно. То есть, самое экшеновое я начну записывать. Ну чё, начинаем, значит. These radio towers carry top secret interplanetary communications. You are going to capture the towers and decode incoming messages. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Ну что, дамы и господа? Осталось всего 3 волны. Capture and decode the signal. Значит, и мы набираем щитов на данный момент. Покажу вам самый такой трэш. ППС, конечно, много прыгает, но все-таки. Thank you.
Лети отсюда, лети! Они умеют летать очень хорошо. Упаковываем просто пачками этих грениновцев. Привет, ребятки. Как вам летается? У-ху-ху. Тут еще постоянно вечный огонь. Уровень уже за 40-й. У Эксима там паутинечек. They are broadcasting another message. Make sure the enemy never receives it. Вот и гости. Лети, падла, отсюда, лети. То есть... Так они обратно тут захватили, если только здесь стою. Короче, вообще какие-то подлые роботы. Полный разнос им устраивает. Бочонка тоже принялась за дело. Пятьдесят первый уровень. Да я все равно, все, меня завалили. Да, эти ребята там тусуются, блядь. Но помощи от них мало.
Забираем все добро. Все добра тут хватает. Урон уже практически не проходит. За борт. И лети, лети далеко. Берем моды. В принципе, вот все, 8 раундов. Вот так, в принципе, и проходится миссия, да, то есть вы видели, достаточно тяжело, но с грамотной командой пройти возможно, то есть, но нужно, естественно, иметь какой-то хотя бы ранг и скилл свой, непосредственно правильного прайма нужного, то есть они, я бы кого там взять и идти, то есть это не прокатит. Ну что, на этом все, с вами был Николай Партийный, до новых встреч, всем спасибо. До свидания.